Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, у меня очень мало времени, друзья, потому что мне надо будет уходить на работу. И давайте как-нибудь по-быстренькому сегодня пройдем серию. Я вообще не хотел снимать, но подумал, что еще 12 часов это будет слишком для меня. Потому что, сам понимаешь, турнирная арена стоять на месте не будет. Нас потихоньку будут сбрасывать, и я потом запарюсь заново туда забираться, в топчик. Поэтому я решил все-таки полчасика уделить для того, чтобы подраться, ну и, как говорится, занять достойное место. Потому что завтра будет намного проще мне. Завтра у меня длинные выходные начинаются, и как бы времени уйма, поэтому можно будет нормально, спокойненько здесь поиграть. А сейчас надо быстренько все это пройти, отыграть, как говорится, свою роль здесь. Так, остался маг... А, сплинтер еще. На тебе. Замечательно. Первый поединок у нас прошел довольно неплохо. Давай двигаться дальше. Ну, хотелось бы, конечно, попасть мне, например, сегодня в Лигу Мастеров. Хотя бы одна звезда. Не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Ну, вот такое у меня желание есть. Так, 16-21. Я возьму Рафаэля, Лео, Майки и Донни. И вместе с ними пойдет сплинтер. Вот она. Веселая дружная компания. Ученики и учитель. Правда, ученики превзошли учителя, потому что у них, ребята, уровень намного выше. Так, ну что, Лео, давай вертушку. Как раз ты под усиленной атакой. Да. Нормально. От усиленной атаки, ребята, она крит. Еще он был пробафан. Вообще шикарно все вышло. Так, мы переходим с тобой на 40-ю позицию. Так, ищу, друзья мои, 16-21. Ну, что-то... Ай-яй-яй, было здесь. Было, но уже поздно. Да какой 15-19? Вы что, ребят, эй, давайте мне это. 16-21. Ты посмотри, что делают ханыги, а? Прикинь, сейчас еще не дадут. Вот это будет весело. Они, по-моему, к этому и стремятся. Да ну, бредятина какая-то, ну, вот, все, друзья, выловил. Так, я возьму, наверное, здесь Армагона и возьму, наверное, Макмана. Вот вдвоем они пойдут. Хотя, подожди, какой Макман? 59 уровень, Армагон здесь и один справится с одной плюхи. Но если не справится, то, извините. Я старался, но... Сейчас посмотрим, что у нас получится. Не, Макман должен ушатать просто в легкую. Да. И никаких сомнений не должно быть у нас, да, по поводу того, что справится Армагон или нет. Ну что, какую, 20-ю дадите мне? 24-ю. Так, 16-21. Давай возьмем, наверное, тогда здесь Кожеголового плюс Макмана. Хотя мне кажется, что Кожеголовый, наверное, здесь тоже один справится. Он все-таки у нас довольно сильный персонаж. И вот этот вот кубарь, который он делает, вот этот, вырубает только шорох. Опа, опа-на. А вот это выжил красавчик Донни. Молодец. Ты посмотри, этот Леонардо вообще какой-то, я не знаю, вот со своим этим имбо-ударом он меня пугает. Он маленький, но он бомбит не кисло. Так, ну что, 16-21 опять есть. Возьму тогда здесь Макмана и давай возьмем кроликов. У кроликов, насколько мы помним, инициатива довольно неплохая, поэтому, скорее всего, они сейчас первыми у нас рванут в бой. Ну и, наверное, может, даже всех и положат. Хотя, не уверен насчет всех, но парочку тоже упадет. Упс. Упс. Они просто всех завалили. Просто отправили их в глубокий сон. Отправили их в царство Морфея, я бы так сказал. Ну что же, друзья, давайте, может быть, попробуем уже 17-20. Нет, наверное, не дадут. Ладно, беру здесь Бакстера, возьму здесь Зека и возьму, наверное, нет. Возьму Ваньку. Но если мне память не изменяет, эти вот персонажи, которых мы сейчас с тобой только что взяли, вот этих вот трех, не считая Зека, по инициативе, по-моему, уступать будут. Хотя... Давай посмотрим, сколько Зека отнимет у них хп. Так тут можно было бы даже
взять, например, Зека и Бакстера. Ваньку можно было бы даже и не трогать. Они бы справились бы сами. Ладно. Да, просто зря персонажа потратил. Вот что получается. И это обидно. Так, ну что, я возьму здесь Крынга. Одного, естественно, ребят. Один он будет и... Вот так вот. Я думаю, сейчас лучом он их просто всех тут баньки отправит. Даже этого Леонардо. Ну, Крэнк, не подведи меня. Потирает там лапки. Итак, да. С Крэнгом шутки плохи. Ты сам все это прекрасно видишь. Ну-ка. 68-е место у нас. 68-е. Так, возьмем Супер Шреддера. И на подстраховку возьму Железноголового. Раз, два, три. Да мне кажется, здесь одного Шреддера будет достаточно. Ну-ка проверим. Сейчас он клинками своими. Хоба. Ну, у Ваньки, как ты видишь, постепенный урон висел. Поэтому в любом случае ему не выкарабкаться отсюда было бы. Он бы упал бы. Ну что, 50-е место дадите мне? 54-е, что-то как-то слабое, двигаемся. Потому что мне должны уже давать, по идее, 17. Или 16-22-то должно быть. Не хотят. Ну что, я тогда возьму Армагона. Одного. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что с 57-ми, 60-ми уровнями даже 62-е и 65-е он будет справляться на изи. А вот уже ближе к 70-му, там да. Где-то 68-й, 69-й, 70-й, там уже он не будет справляться. По крайней мере, не со всеми. Кого-то он сможет, не сможет добивать. Ну что, как видим, 40-я позиция у нас. О, 16-22. Ну что, Армагон, давай я еще разок возьму тебя. И, как видишь, уже уровень повысился. Уже стал 67-й и 68-й. То есть вот это уже предел для Армагона. Возможно, даже кто-то здесь выживет. Есть такой шанс. Ну-ка проверим. Ну, не в этот раз. В этот раз он все, ребята, сделал как надо и всех ушатал. Но все равно лучше так не рисковать. И мы перемещаемся на 26-е место. Так, здесь Хан. У нас Хан и 65 уровень. Но в принципе уровень не очень большой, но инициатива все равно у него будет колоссальная. То есть если мы его даже не добьем, хотя это маловероятно, он сможет, может даже кого-нибудь пробить. Ну еще раз говорю, это маловероятно. Вот и все, что делает Армагон. Просто отправляет их в Поднебесную. Мы можем также взять вместо Армагона Крынга. А когда у нас прокачаются кролики, мы можем взять с тобой и кроликов. То есть в данный момент я выделяю трех, даже четырех бойцов. Это Армагон, это Крэнг, это Супер Шреддер и будут у нас еще и кролики. У Саги как бы хорош, но, ребята, все равно он уступает. Он уступает именно по атаке. У него слабая атака. Да, за счет постепенного урона он может, конечно, выкарабкаться. Но сама атака слабовата. Против таких сильных противников, да, особенно таунтов, Усаги не прокатит. Хотя баф, вот именно от Усаги баф, очень шикарный. Там и можно повесить и контратаку, и крит-атаку. В общем, как бафер, опа. Так. Алапекс, ушатывай его. Ушатывайте мне его, этого хламона. Майки не сможет бомбануть, да? А, нет, смотри, пробил. Красава. Я думал, что сейчас... Смотри-ка, Крэнк чуть-чуть оплошал. Ну, а мы уже в Лиге Мастеров одна звезда, как я и хотел. Но нам нужно еще укрепиться здесь. Так что об этом не забываем. Так, берем Армагона. Почему-то здесь 64-65 уровень мне дают. Не знаю, почему они мне так... оценивают слабенько, но... Друзья, пускай хоть 30-й уровень. Мне главное, чтобы было достаточное количество кубков.
16-22 меня вполне устраивает, а уж какой там уровень противников, мне абсолютно все равно. Хоть первого уровня. Мне проще даже так будет с ними драться. Так, секундочку. Ага, молодец, Майкл. Ушатал его-то кабанчик-то, а? Хотя, посмотри по уровню, кабан был 64-го, а у нас 56-го, и он его сделал. Так, чтобы нам укрепиться, где-то нужно, ну, 50-е место, стандарт. Давай, наверное, возьмем вот... Ну, вот это вот. Где кубки одинаковые, ребята, но берем по уровню. Чтобы меньше был уровень, соответственно, так для нас будет проще пройти. Как говорится, безопасно, да, никто у нас не упадет. И кубки те же самые заработать. Так что, Армагоша, готовься. Поехали. Все четко. Все четко, чечетко, и мы двигаемся дальше. Так, сейчас посмотрим. С 82-го, я думаю, на 79-й, а 70-й, 79-й что-то. Фига себе я шутканул. Так, ну давай возьмем Крэнга. Слэш, ты подожди пока, что ты лезешь? Хотя правильно, в принципе, Слэш-то надо тоже отыграть. Чего мы с тобой постоянно берем каких-то Крэнгов там и Армагона? У нас же есть там еще вроде бы персонажи, которые могут сами за себя постоять без какой-то там супер-пупер помощи. Тут-то понятно, он ушатывает их играючи. Такая машина, такая мощь. Так, 57-е место. Итак, я пытаюсь брать такие команды, где нет Микеланджело. Ну вот смотри, возьмем Слэша. Так, так, так. И вот так. Ну, в принципе, должно сработать. Походит Слэш с своей вертушкой крученой. Ну, там, наверное, караечка еще на добивочку, если что. Угу. Так, секунду. Вот и все, ребят. Видите, справились, и не надо было никого призывать. Но дальше будет только сложнее. Давай 40-е место. 41-е. Вот эту вот команду возьмем. Вот эту команду возьмем. Ну, здесь, ребят, уже как бы не вариант. Не вариант своими силами, поэтому в помощь возьмем Крэнга. Раз, два, три, четыре. И там, по-моему, будет еще последний поединок. Так, жетоны я уже за кадром, ребята, поднакопил, то есть пофармил. Надо, кстати, посмотреть, сколько у меня жетонов и хватит ли у меня на покупку ДНК. А на кого мы будем ДНК покупать, сейчас подумаем. Хорош. Замечательно. Ну что, какая там? 28-я позиция. 28-я. Опа, 17-23 уже. 75. Ну тут уже, да, тут уже серьезные, конечно, заявочки, так что... Раз, два, три. Ну что же, Тимати, как говорится, не отыграет свою роль в этой игре. А может, оно и к лучшему. Не будем хотя бы смотреть, как он позорится. Вот, видишь, ребят, вот, вот почему я и говорил, что Усаги, ну, вот слабоватенький. Я не говорю, что этот персонаж плохой. Нет, ребят, ни в коем случае. Но в данный момент он становится слабоватым, потому что есть довольно сильные персонажи у нас. Так, ну что, до Лиги Мастеров мы две звезды чуть-чуть буквально не дошли. Но цели у меня такой и не было сегодня. Дойти до Лиги Мастеров две звезды. У меня хотя бы одна звездочка есть, твердая. По крайней мере, до завтра она у нас должна продержаться. Так, пройдите серию испытаний. Ну давай, пойдем, пробежимся по серии испытаний. Возьмем Макмана, Бакстера, Лео, Армагона и Зека. Две волны пройдем играющие, я думаю. Гриб вообще борзел 80 уровня. Как он может на 80 уровне переплюнуть Зека? Я до сих пор вот этого не понимаю. Ну, какие-то они здесь усиленные, как, чтобы мне не говорили.
Ну что, тут, наверное, волну смертельную, это раз. И муху надо валить, потому что она любительница хилять. А остальные ребята погибнут у нас от постепенного урона. Если, конечно, доживут до постепенного урона. Нет. То есть инициативы у них вообще никакой не было. И мы всей командой, короче, сходили по разику и всех смогли победить. Так, ладно, здесь мы сделали. И теперь пойдем дальше прокачивать наших маузеров. Во-первых, у нас мутагена приличное количество, чтобы прокачать 93 уровень, это раз. И нам надо найти 14 вот этих вот наушников. Раз, наушники есть. А с ними, как всегда, ребят, проблема. Вторые. Ну что, только двое наушников, все. Третий. Так, я смотрю, ребят, чтобы задание мне выполнить. Все. Забираем здесь наши все награды. И переходим в магазин. В магазине... Так, жетоны. Сколько? 680. Так, ну что, друзья, у нас остается всего лишь два персонажа. Два. Это кролик Рокстеди пасхальный. И, да ё-моё, и Роквелл. Цена абсолютно одинаковая. Но, блин, а у нас 680. Ладно, кого мы будем... Ребят, напишите в комментариях мне, кого будем в первую очередь прокачивать, Роквелла или Рокстеди. За кого больше всего будет голосов, того, естественно, и начнем прокачивать в первую очередь. Так, ну что, жетоны я эти, ребята, отработал. Всем рекомендую проходить усиление технодрома, чтобы получать ДНК на Кренга и, соответственно, его получать. Потому что вы сами прекрасно видели, что этот парнишка очень мощный. Ну, а я вроде бы все отыграл. Все, что я хотел, сделал. Поэтому будем, как говорится, прощаться до следующей серии. Всем удачи и до новых скорых видосиков.